Приветствую. На обзоре относительно новый бренд, в ножевой, по крайней мере. Фирма вот такая, Диротек читается, что-то в этом роде. Такой интересный ножичек. И судя по бумажке, которую они прислали, то их не основная специализация, как видите, это комплектующие и инструменты. Ну и, судя по всему, они еще и выпустили нож. Ну, я считаю, что, я не знаю, первый это нож у них или не первый. Взял, чтобы посмотреть, но нож, по-моему, очень даже неплохой. Ну, по порядку. Рукоять G10, 3D обработка. Небольшой овал, плюс по периметру еще немножко сняты вот такие фласки разной ширины и разного радиуса. Отверстие для темляка, фурнитура черная полностью осевой, плюс винты на двух бонках, плюс осевой. Противоположная сторона все аналогично, плюс клипса стальная глубокой посадки, такой средней жесткости, отлично. Клин практически по центру, в осевом у нас подшипник. Открывается двумя способами, за плавник, как флиппер, и за шпинки. Открытие хорошее, закрытие тоже нормально, хорошее открытие. Лайнер лок, лайнер заходит полностью, ну, запаса где-то четверть еще есть. Лайнеры не облегчены, вес ножа 115 грамм, баланс, ну, практически хороший, чуть-чуть смещен в сторону рукояти в хвате, удобен, нормальный, такой интересный, неплохой. Удобный, вполне нормальный. Сталь на клинке, да, клинок сатин. Сталь на клинке 8 хром 13, они заявили. Все симметрично, аккуратненько сделано, ровно, все отлично. По обуху 3,2, сведение в районе 0,5. Габариты. Общая длина почти 20 сантиметров, 198 миллиметров. И длина клинка у нас 82-83 миллиметра, где-то приблизительно так. Вот такой интересный нож. Я бы сказал, очень даже неплохое качество и очень хорошо смотрится. Хоть и бюджетник, но качество очень близко к высокому. Рекомендую.